Загитова рассказала о своем лучшем друге. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова заявила, что собака Масару является ее лучшим другом. Собаку породы Акитаину подарили спортсменки после победы на Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане. Подарок Загитовой вручил лично премьер-министр Японии Синдзо Абэ. «Собака Масару – это мое все. Она ласковая, активная, всегда играет со мной. Это мой лучший друг. У меня друзей не очень много. Со мной живут кошка, шиншилла и, конечно, Масару. Это мои самые любимые друзья», – сказала Загитова в документальном фильме на японском телевидении.